Депутаты законодательного собрания на очередном заседании приняли решение о присвоении звания «Почетный гражданин Владимирской области» сразу двум нашим землякам. Среди них известный общественный деятель Любовь Кац. Большую часть своей жизни она посвятила работе с инвалидами. Ее организация «Орди Свет» работает с сентября 1995 года. В ней состоят родители и дети с тяжелыми заболеваниями. ДЦП, синдром Дауна, сахарный диабет, заболевания крови и внутренних органов. Ребята, которых признали необучаемыми, в «Орди Свет» они прошли школу жизни. Сейчас некоторые из них живут вместе в большой квартире, где успешно справляются с бытовыми трудностями. Еще один новый почетный гражданин области – врач из Юрьев-Польского района Альберт Антонов. Антонов Альберт Григорьевич известен во врачебном сообществе. Он является доктором медицинских наук, профессор, имеющий огромный опыт и авторитет среди коллег, создатель множества методик и технологий в сфере неонатологии. И данные разработки его позволили спасти десятки детских жизней. На заседании законодательного собрания также были приняты поправки в закон о единовременных выплатах супругам к юбилеям их совместной жизни. Программа была рассчитана до конца 2017 года. Сегодня депутаты приняли решение о ее продлении еще на 2 года. Рассчитывать на денежные выплаты смогут юбиляры, отметившие 50, 60 и 70 лет совместной жизни. Только согласно новой правке, супруги должны для этого проживать на территории Владимирской области не менее 10 лет.